Я хочу в первую очередь вам выразить большую благодарность за вчерашний вечер, в котором вы участвовали в нашей свадьбе. Вас и также семью моей супруги, семью со стороны нашей рода Бадаловых. Я хочу сказать, что свадьба была просто шикарной. Не от того, что, допустим, я в ней принял в участие. Я хочу сказать, что доктор Фузаков, он, это, я могу сказать, 100% это его забота, что такая свадьба прошла прекрасной. Всем здесь сидящим, жалко, что многие ушли. Вы можете передать, что вы счастливы, что вы имеете такого друга. Этот человек просто, я просто не знаю, как выразить его благодарность, что он мне так помог эту свадьбу провести на высоком уровне. Все мои родственники звонили, да, целый день и говорили, просто это, они такое еще не видели никогда. Поэтому я хочу поблагодарить вас, доктор Кузаев, за то, что вы помогли мне сделать свадьбу на высоком уровне. И на таком, просто было прелестно. Знаете, что я вам хочу сказать, что я своих детей, по традиции наших Бадаловых, всегда воспитывал в том, чтобы производить хорошее впечатление. Не знаю, насколько я выразил у вас впечатление, но я детям всегда говорю, что воспитываю, что первый impression, то есть впечатление, это очень важно в вашем будущем, как вы относитесь к людям, как вы относитесь к своей семье, и это ваше будущее тоже может попасть в вашу семью. Я очень счастлив, что моя дочь попала в семью, которая, можно сказать, сильная, такая интеллигентная, и это будущее не только для нее, будущее для ее детей, для моих внуков, и продолжение, так сказать, родов. И я, у меня семья тоже.